Привет, зритель. Сейчас тебя ждет обзор ухода на июнь. Сегодня у нас... Вот у меня как раз напоминание о том, что должна записать этот обзор. 26 мая 2007. Я очень хотела днем записать, но у меня не получилось. Потому что у нас там всякие стригатели травы жужжали, потом личинки орали, ну и вообще как-то. У меня тут сливки от Green Mama. Ну, немножко их осталось, хоть я их не так часто юзаю, но все-таки юзаю, вот буквально сейчас поюзала. Переходят на июнь. Green Mama, формула тайги, сливки косметические для снятия макияжа, череда и корень одуванчика. Очень хорошие сливки. 2011 года знакома с Green Mama, и мне эти сливки до сих пор нравятся. Советую, если что. У меня тут новинка от Ксюсы. Ловли моменты. Faberlic, фигурное туалетное мыло, бычок. Вот это вот у меня мыло бычок. Кстати, у него артикул 26-22. Я вдруг увидела. Будет использоваться в июне. Может, его раскрыть. У меня тут вот эту руку только что лизала котейка. Ой-ой-ой-ой. Я так вскрыла, хотела аккуратно, вскрылась не очень. Упаковочка. Слушайте, так вкусно пахнет, такое клевое мыло. Вообще кайф. Чем-то таким знакомым пахнет. Даже мне показалось, что смородиной. Я думала, что он будет в пустых баночках. Я его даже не заявляла на май. Но вот он как-то у меня еще есть. Я сначала подумала, что вот столько оставить, ну, как бы на июнь. Но думала, вдруг у меня на июнь все-таки расходуется больше. Ну, мало ли, как что сложится. Я вообще изначально хотела сделать на 3 месяца вперед, типа... уход на лето, потому что мало ли, успею там я приехать вовремя записать этот уход, не успею, буду в деревне, буду здесь. А потом подумала, что прикольнее же, когда 3 отдельных ролика на каждый месяц, да, чем 1 на 3. И вот Avon Senses парфюмерная коллекция «Нежная любовь Парижа» с ароматом розы, ириса и янтаря. Крем-гель для душа, вдохновленный парфюмерией. Вот этот вот самый классный аромат, подарок от подписчицы Лёлечки. У меня будет в июне юзаться. Очень мне нравится. Вот она тут везде лазает. Положу на кровать пока. Вместе со сливками. Так. Кремиком я сначала активно пользовалась, а потом про него забыла. И пользовалась уже, когда вспомню. Это у нас, хотя за 6 месяцев открытия, мне его надо за 6 месяцев уделать. 50 мл. Тут увлажняющий крем для всех типов кожи. День и ночь наносите на кожу глаз, на кожу лица, избегая контур глаз. И фраше, который я когда-то выбрала в подарок за заказ. Очень классный, кстати, кремик. Я им иногда даже руки мазала. Быстро так впитывается, хороший. И он у меня в июне будет юзаться. Иногда использовала как крем для рук. Даже в последнее время довольно часто. Потому что у меня сам по себе крем для рук закончился. И вот в пустых баночках зависнул. Но это у нас детский крем с чередой. Green Mama. 170 мл. Очень экономичный, хороший кремик. Тоже я с ним довольно давно знакома. И он мне очень нравится. И вот он у меня только что. Кошка толкнула слегка штативчик. Ну, не кошка, котеночек. Котеночек это еще пока. Но котеночек женского пола, значит, кошка. В общем, он у меня переходит на июнь. Возможно, будет в пустых баночках, но, возможно, еще его хватит. Очень хороший. Если что-то покраснело, можно помазать. Если вообще так. Универсальный детский крем. Детский крем не только для детей. Вот этот, как бы кажется, что он слегка уменьшился. Просто я в одну баночку немножко слила его и взяла с собой в деревню, как мордопротиралку. Это Avon Crème, масло кокоса, восстановление, лосьон для тела, для сухой и очень сухой кожи. Это подарок от подписчицы Лёли. Тут как бы флакончик большой такой, 400 мл, но его надо до ноября этого года доделать. Я вот его открыла, уже пользую, кстати, спинка кого-то в комментариях, что неароматизированные такие лосьончики можно использовать действительно для лица. Очень хорошая увлажнялка. Кожа от него шикарная. Как крем для рук. Он у меня сейчас вот стоит вообще на кухне. Я иногда так вот на лапку и протираю лапки. А так одно время стоял на столе в комнате, на компьютерном, и я им лицо протирала вместо молочка для лица. Очень классная штука. Спасибо, Лёлечка. Ну и как бы он у меня переходит на июнь. Разделившись немножко на деревню и на город. Возможно, будет в пустых баночках.
июня, возможно, и не будет. Внезапно оно еще есть. Я его что-то так активно юзала, думала, что закончится, но там что-то еще есть. Avon Care, увлажнение с алоэ и огурцом, очищающее средство для лица. Очищающее средство для лица. Для всех типов кожи 200 мл изначально. Это тоже подарок от подписчицы Лёли. Вот мне вот такие умывалки от Avon Care очень нравятся. Такие хорошие, экономичная штучка. Кожу не стягивает, и на июнь, кстати, переходит. Я тогда его забраковала, я его юзала уже в итоге как гель для душа, но тут как-то под душем мыла голову и решила эксперимента ради просто на мокрые волосы, горячей водой намоченные, капнула вот сюда приличное количество, а он такой жиденький, оно все по всем волосам распределилось, а постояло минут 5, пока мылила всю остальную тушку, а потом смыла, и внезапно они такие пышные были, и я поняла, что если его... Ну вот не мыть, как обычно, волосы моют, и именно под супер горячей, ну не супер, конечно, горячая вода, что вообще там облысеть, да, там или вообще трындец был, именно под горячей водой, то нормально. Но еще один раз делала с луковым отваром и взмыливала нормально, и он тоже хорошо промылся. Короче, если с луковым отваром юзать этот шампунь, или, допустим, просто под душем, не вспенивая, а просто распределяя, дать чутка пропитаться волосам, то вполне себе ничего. А как вот просто юзать под водой, вот, ну, нормально вспенивать, то не очень. Короче, может быть, он адаптировался к моим волосам, может, мои волосы к нему адаптировались. Я решила его заюзать уже чисто как шампунь. Это у нас Вилсен Косметик. Здоровье от природы. Народная кротовая. Кефирный шампунь для густоты волос. Натуральная кефирная сыворотка и льняное масло. Придает естественный блеск, восстанавливает поврежденные волосы, 515 мл. Это я покупала в фикс прайс, по-моему, за 55 рублей. В общем, такая штука. Так что, если у вас изначально с ним никаких проблем не было, может, кто-то его юзал, то и ладно. А если были, то вот попробуйте. Если нет, допустим, луковой шелухи, чтобы сделать отвар, этим отваром помыть волосы или окатить волосы, то просто под душек встаньте так вот. Намочитесь, а потом намыльтесь. И будет вам счастье. Вот этот вот замечательный лосьончик и Мари Корсет Эйвон бодилосьон 150 мл. Подарок от подписчицы Лёлечки. Я сейчас юзаю как крем для рук. Он у меня вообще находится в рюкзаке. Ну, как бы я сейчас по большей части езжу с рюкзаком, но иногда беру сумочку летнюю. Я снова юзаю эту льняную, которую в Ярике покупала. Индийской ручной работы, сделанную в 18-м, что ли, году еще. Короче говоря... Он болтается ли там, или там, но чаще всего в рюкзаке, и вот мне надо пути лапки помазать, и я его беру. Экономичный, хороший, во-первых, приятно пахнет, нежненько так, во-вторых, хорошо увлажняет ручки, быстро впитывается. В общем, не то чтобы лосьон для тела, его можно вполне юзать, как крем для рук. Спасибо Лёлечке, это, кстати, ее подарочек. Он у меня будет как вместо крема для рук на июнь. Это крем для ног. От Green Mamy, 24 часа уход, мочевина, бетаин, миндальное масло, африканское карите, фуд крем, 0 парабенов, красителей и минерального масла. Я все время, когда считаю миндальное масло, думаю, что называю его минеральным. Короче, в общем, вот такой вот 200 мл флакончик, 400 с чем-то он стоил, не знаю сколько, сейчас на Green Mamy стоит. Очень хороший экономичный крем, у него, конечно, был колпачок. Но у меня его еще тишка заиграла, я вот сколько раз убиралась, так еще и не смогла найти этот колпачок. Может быть, он его уже это, на тот момент разгрыз, хрен знает. Ну, короче, в общем, это не мешает ему юзаться нормально, ничего там не высохло. Там где-то вот еще вот столько, наверное. Я думаю, если он не будет в пустых баночках июня, то, возможно, в середине лета он уже закончится. Короче, хороший крем. Сейчас вам советую, хороший, экономичный. Он у меня на июнь переходит. Так, что у меня тут? Нескончаемый бальзам от Лёлечки, Avon Care, тонус с ароматом банана, лосьон для тела, для всех типов кожи, 400 мл. Я им юзалась как лосьоном для тела, по большей части, в этом месяце. Но он что-то еще есть, вот, мне кажется, вот столько там еще осталось, он как-то вот, ну, чуется там, что что-то есть, и я надеюсь, что он у меня до конца лета уделается, потому что его бы... Так... Хотя его-то можно вообще до марта месяца следующего года доделывать. Но он у меня на июнь переходит. Вечный такой. Я решила в этот раз обозреть. Это во флакончике от соли для ванн, которую мне Лёлечка дарила.
когда-то там 6.09.2019 сделано лапинос отвар и 20 миллилитров водки. В 0.40 сделанный, короче, я его снова юзаю, как лосьончик. Алиска, куда ты там залезла, а? Короче, это у меня как морда-протиралочка имени меня. Она у меня будет в конце вот сейчас юзается мая и на июнь перейдет. Не помню, получалось ли у меня ванну принять или не получалось ли, я только думала. Но не суть важно, вот в июне, может, приму тогда, чтобы запомнить, что точно юзала. Ну, короче, в общем, роскошные цветы, пена для ванны Avon. Тоже подарок от подписчицы Лёлечки. И вот он у меня будет юзаться в июне. Вообще очень вкусный аромат, и можно ее юзать даже как гель для душа. Но у меня еще есть один гель для душа, это подарок от Ксюшечки, которая мне там такую вкусную посылку присылала. Ну, недавно я там обозревала, не знаю, где-то в мае. Так, я кверх ногами его держу, да? Faberlic La Crème. Нежное прикосновение, молочный протеин, увлажняющий крем-гель для душа с кокосовым молочком и молочными протеинами. Сейчас я даже вам найду этот его, как он там, 8393. Это этот его артикул, наверное. Faberlic 250 миллилитров. Он пока еще скотчиком так и все еще заляпан, но я его, в общем, думаю, в июне заюзать. Параллельно, может быть, даже тому гелику. В общем, вот он у меня на июнь идет. Возможно, будет в пустых баночках. Стрекоза тут у меня лазает, где не надо. Пришлось подойти к ней. Короче, зубная паста корейская с солями и травами. Где-то вот, ну, я думаю, что она наполовину уже уделанная. Она у меня переходит на июнь. Точно такой же флакончик, только полноценный, я уволокла в деревню, чтобы там вот он был и его юзать. Это у нас Керасис Dental Clinic 2080. Очень хорошая экономичная зубная паста. Смотрите, вот насколько ее еще хватает. Итак, наверное, это все у меня из ухода на этот самый, на июнь. Так что, если у вас что-то подобное есть в уходе, или вы когда-то юзались, или вау, Лёля, ты нам открыла Америку, дайте знать в комменты, будет приятно почитать. Ну и всем спасибо за просмотр, пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.